Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, всем вас приветствую, благословляю именем Иисуса Христа. И продолжаем тему «История христианской церкви», «История христианства», четвертый урок. Вчера я говорил о том, что ранняя церковь, раннее христианство очень сильно отличалось от того, что потом из себя представляло вообще историческое христианство. Я говорил о том, что христианство историческое пошло путем смешания с язычеством, к сожалению, с оккультизмом. Но очень интересно нам сегодня снова вспомнить о раннем христианстве, потому что я буду говорить как раз о времени, когда начиналось смешание с язычеством и как оно происходило. Поэтому я снова и снова буду о том древнем периоде вспоминать сегодня. Я хотел бы, опять-таки, как и вчера, начать с места Писания. Иисус сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Он созидает свою церковь, и врата ада ее никогда не одолеют. Слава Богу. И даже если порой временами кажется, что одолели, но не одолели. В Ветхом Завете мы тоже читаем о очень сложных временах. Иногда Израиль попадал в очень серьезные проблемы. И казалось, все, народ Божий отступил полностью. Никого нет, кто бы чтил Бога. Казалось, что все, погас свет Божий. Но были такие герои, как Илия. Были еще и тысячи тех, кого Илия не знал, но кто колен своих перед валом не склонял. Кто был частью отступнической системы, жил в тогдашнем уже отступническом иудаизме, ведь кроме Илии открыто никто не выступал против этого безбожия, против многобожия, идолопоклонства, царившего тогда. И только лишь один Илия был на передовой, и ему казалось тогда, что он один остался во всем Израиле, кто бы оставался верен Богу, кто бы чтил Иегову, кто бы противостоял идолопоклонству многобожию. Но Господь знал еще и тысячи других, которые, я не знаю как, но они, будучи, да, частью отступнического иудаизма, но однако же, они своих колен перед валом не склоняли. Каким образом, я не знаю, может быть, они с фигой в кармане, как говорят, перед валом становились, или я не знаю, как они вообще мыслили, эти люди, но они были частью отступнического иудаизма тогдашнего, но они были частью, они были остатком настоящего Израиля. И сегодня также порой в деноминациях, очень далеко отступивших от истины, отступническом христианстве, мы можем найти сотни, тысячи, десятки тысяч людей, которые на самом деле своих колен перед валом не склоняют. Это очень интересная история. И если ранние протестанты, я вчера вспоминал немного о протестантах ранних, Лютер, Кальвин, Цвингли, анабаптисты, вот эти пионеры реформации 16-го столетия, если они довольно-таки упрощенно, плоско понимали идею как раз именно церкви, и они очень так примитивно рассуждали там, в общем-то, что говоря примерно так, что вот блудница вавилонская — это католическая деноминация, невеста — это воссозданная вот лютеранская церковь, кальвинистская церковь. И поэтому для христианина предлагался очень простой вариант: выйти из церкви блудницы, то бишь традиционного католицизма, и присоединиться к новообразованной, там, нововоссозданной лютеранской или кальвинической, или там, допустим, баптистской церкви, и говорили: все, ты теперь часть невесты. Но прошли столетия, и многие протестанты осознавали и осознают, что теперь, что не по деноминации проходит этот водораздел между козлами и овцами, между блудницей и невестой. Иисус, Он говорил, что не будет два поля, знаете ли, которые даже на глазок будут видны, сорняки и злаки хорошие. Он не говорил об этом, Он говорил, что будет все вперемешку. И мы также видим, на самом деле, сегодня в христианстве, порой в церквях, казалось бы, максимально приближенных к библейской модели христианства, много всякого рода людей, и не только добрая рыба, но и та негодная, которую Господь, как говорится, ну, не Богу свечка, не черта кочерга. Но, с другой стороны, мы можем видеть отступнические вроде бы структуры, вроде бы участок поля христианства сплошь сорняки, но и там проклевывается доброе зерно, и туда Господь смотрит и видит своих дочерей и сыновей. Слава Богу! Экклезиология Иисуса Христа, она очень сильно отличается от учения церкви наших человеческих деноминаций, чаще всего, наших взглядов.
И потому как Бог видит все, и Он знает все, Он видит всю картину великого сражения, великой грандиозной битвы тысячелетий. Слава Богу! И, друзья мои, я надеюсь, что большинство присутствующих здесь на территории Царства Света. И также вчерашняя лекция, уже некоторые в сети есть, по крайней мере на Ютубе получилось переделать и выставить уже первых два урока вчерашних. Надеюсь, что и сегодняшние тоже в скором времени появятся снова тоже в Ютубе и в сетях социальных, на Mail.ru, там, Одноклассниках, прочее, сделал ссылочки, где мог только лишь я. Вчера ночью и вот сегодня днем. И знаете ли, что скажу, что люди очень разные пишут комментарии, очень разные пишут вопросы, и я не смог даже все там посмотреть, просто куча всяких вопросов пришла, и пожеланий там, и кто-то негодует, кто-то там благословляет, кто-то проклинает, непонятная такая ситуация, знаете ли, ну как рабочая ситуация, и как всегда, хуже, когда христианство наше ни рыба, ни мясо, знаете ли, так вот. И, кстати, даже из практики я скажу, что проще работать с теми людьми, кто, ну, допустим, даже прям именно гонит, открыто свою позицию высказывает, такую негативную. Очень часто среди них потом я встречаю своих товарищей, друзей. Бог делает их порой единомышленниками и соратниками, слава Богу. Но хуже всего это, знаете, такой, как в народе говорят, пофигизм, когда теплота такая, да, когда, значит, вроде бы, все хорошо, все нормально, стерпится, слюбится. И, господа, все-таки вернемся в тему древнее христианство. Вчера я говорил о первом периоде, помните ли, да, истории церкви, потому как времени у нас немного. Я говорил, что с 30 по 313 годы раннее христианство очень сильно отличалось от того, что было потом в церкви исторической. Почему? Потому как в это время церковь была независима, церковь была неподконтрольна государственным структурам, церковь распространялась в условиях конспирации, подполья, в глубоком подполье работали наши братья тогда, и в условиях вот таких гонений, через самую такую широкую сеть вот этих конспиративных явочных квартир, значит, там таких домашних собраний, ячеек, христианство очень активно распространилось, чрезвычайно. Аналогии, может быть, только вот в современном Китае, допустим, в других некоторых странах. И сегодня Господь вновь возрождает вот эти вот, опять-таки, древнюю структуру в церкви. Некоторые думают, что ячеечная структура церкви – это нечто новое. На самом деле это хорошо забытое, старое. То, что было изначально в христианстве, то, чем христианство жило первые столетия, дышало. Слава Богу. И, кстати, жизнь показала тогда, что это очень эффективная структура, очень сильная церковь. Небольшими мега-собраниями даже, а вот именно небольшими такими мобильными группами. Слава Богу. И если большие собрания, допустим, мега-церкви, то просто-напросто гонители могли бы очень быстро всех арестовывать и уничтожать христиан. Но поди, выяви целую сеть конспиративно таких явочных квартир по всему Риму, по Италии, по другим странам Римской империи, ну, провинциям Римской империи. И, в общем-то, христианство очень мобильно распространилось, и даже за пределы Римской империи. В это время не было икон, в это время не было молитв там Богородицы Святым. Я вчера говорил немного, да, что вообще даже в ум не приходило христианам молиться, допустим, Матери Иисуса Христа, его там друзьям-апостолам, значит, там каким-то мученикам преподобным. В это время христианство, в общем-то, оно не знало ничего подобного, что потом, к сожалению, узнали христиане. Как христиане узнали об этом и как в христианство пришла эта ересь, я немного сегодня расскажу. В христианстве не было икон. Не верьте тем словоблудам, что говорят сегодня, мол, вот, мол, Иисус рисовал свой автопортрет, значит, обмакнув в полотенце лицо свое, да? Я вчера говорил, что эта ересь, что эта легенда, она возникла лишь в 8 столетии. Первых 7 столетий христиане ничегошеньки не знали, даже близко. И, мол, якобы Иисус, он обмахнул полотенце, отдал художникам, которые не могли его изобразить кистями, там, красками, и они передали агарианскому, там, арабскому правителю одному, значит, и тот у себя якобы во дворце повесил и прочее, прочее, прочее. Кстати, впервые о переписке агарианского царя с Иисусом, или о письмах, по крайней мере, Иисусу, и, значит, об похожей ситуации было написано еще
в начале 4 столетия. Значит, первым историком христианства, но ничего не говорится абсолютно ни о какой живописи, ни о каких портретах, ни о каких там этих нерукотворных образах и прочее-прочее. Лишь в 8 столетии при дворце дамасского халифа Абдал-Мелека первый визирь записал такую историю. Этот Мансур, впоследствии ставший Иоанном Дамаскиным, знаменитым Иоанном из Дамаска, первый визирь, он стал впоследствии святым преподобным православной церкви традиционной, и именно его перу принадлежат подобные мифы, этот и подобные другие мифы. Так вот, и первые 300 лет христианство не знало этого, потом я говорил, что в 431 году произошла трагедия. Третий Вселенский Собор. Если первых два Вселенских Собора, они оставались вероучительно на библейских позициях, то на Третьем Соборе была большая проблема. Я уже сказал вчера, что еще лет за 50, за 40 до этого Собора, в конце самом 4-го столетия, было интересное происшествие. На Кипре Епифаний Кипрский разговаривал с гостями с Африки, северо-восточной Африки, которые распространяли, по сути, новые откровения, новые учения в христианстве. И они смущали киприотов, христиан, тем, что говорили, что вот, мол, в пустынях отцам является то Мария, то еще ангел какой, и убеждают их, что христианам можно и даже нужно молиться не только лишь Богу, что мы как бы уже переросли это все, что мы знали первых там почти 4 столетия, а теперь пришло время новых откровений, и что якобы можно молиться не только Богу, не только Отцу, Сыну, Святому Духу, не только один Иисус, ходатай, посредник, но якобы Мария, как мама Иисуса Христа, и, по крайней мере, ближайшие его соратники, друзья, да, апостолы, 12 апостолов, уже якобы духовно восседших на престолах судить колено Израилева, вот к ним уже можно обращаться. То есть бюрократия небесная усложняется. Павел пишет, первое послание к Тимофею 2.5, помните ли? 1 Тимофею 2.5 написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И вся Библия Нового Завета говорит нам об одном ходатае, посреднике Иисусе Христе. Ни в ком ином нет спасения. Сам Христос сказал, что я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, только лишь через меня. И в голову не приходило никому до того молиться кому бы то ни было, помимо Господа Иисуса Христа. Христиане жили Христом, и, в общем-то, потому они назывались христианами, а не марианами, или Аполлосовыми, или Кифинами, или Павловыми. Нет, они назывались христианами. И здесь все было понятно. Но началось смущение умов в конце 4-го столетия. Святитель Епифаний Кипрский, святой официальной православной католической церкви, ответил очень достойно этим африканским гостям, сказав, что ее, Марию, должно почитать или должно уважать, но никто не должен молиться ей. Молиться Марии, молиться кому бы то ни было помимо Господа, Епифаний считал ересью. И так считали отцы, каппадокийцы, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл, патриарх Иерусалимский, знаменитое огласительное училище Иерусалимское, то есть подготовка к крещению как раз. Кстати, педобаптизма тогда даже и не было, даже и не пахло. Педобаптизм, как именно крещение младенцев, педобаптизм, это пришло как раз вот примерно вот в это время, как раз начало 5-го столетия. В конце 4-го этим даже и не пахло. И это подтверждают даже официальные православные и католические источники, что в конце 4-го столетия не было практики крещения младенцев. Единственное, что была практика крещения детей в некоторых церквях, не во всех, но в некоторых церквях крещение детей было. Но детей какого возраста? 14 лет, 15, 16 лет, но не ранее. Но большинство восточных церквей держалось другой практики крещения примерно в 30 лет, расценивая крещение до 30 лет как именно исключение из правила. Поэтому были некоторые спорные вопросы о крещении. Но ни на Востоке, ни на Западе не было практики крещения именно младенцев, тех, кто не мог веру свою исповедовать и веру свою именно исповедовать перед людьми, что он христианин или она христианка, что верит в Иисуса как Христа, Спасителя своего, Господа своего. Это было нормально.
Те же самые, кстати, Иоанн Златоуст, да, уже упомянутый, Василий Великий, они были крещены, им было за 20, им еще было около 30, так, примерно, каждому из них. Григорий Богослов, то же самое, Кирилл Иерусалимский, другие отцы. Мы можем взять биографию любого из отцов конца 4-го столетия и не найдем ни одного упоминания о том, что они были крещены в детском возрасте. Некоторые возражают, малограмотные православные или католические христиане говорят, но это было время, когда их родители были язычники, и они, как бы, значит, поэтому были крещены в взрослом возрасте. Ерунда все это, не верьте этим байкам. На самом деле, биография, мы можем почитать чьи-то имена, книги, биографии, значит, именно этих отцов, и мы видим, что их родители были христианами. Больше того, у Василия Великого не только его родители были служителями церкви, христиан, но и были служителями церкви. Значит, потом его бабушка, дедушка, если не ошибаюсь, с двух сторон, с обоих сторон, и по маме, и по папе, тоже были служителями церкви. Его прабабушка, прадедушка были тоже служителями церкви, диаконисой и, значит, пресвитером церкви. Он был служителем, если не ошибаюсь, я сейчас могут мне поправить православные отцы, в пятом или в шестом уже поколении служителем. И он был крещен, порядка 30 лет уже было ему, когда он был крещен. Далеко за 20 было ему. И также было в жизни других отцов церкви. И скажу, что педобаптизм как ересь, именно как крещение младенцев, как практика, это не христианское явление в христианстве, пришедшее извне, благодаря политическому заказу, благодаря тому, что императорам была нужна церковь уже бесхребетная, церковь, которая была, скажу так, государственной структурой религиозной, но не верой, скажу так, живой верой. И об этом чуть позже, все-таки о соборе 431 года. Что же там произошло? Почему этот собор можно назвать одним из самых трагичных вообще в истории христианства, мирового христианства? И почему эта дата, этот год может быть назван смело именно, ну, таким самым роковым в истории христианства? Дело просто в том, что до того самого собора, ни на первом, ни на втором соборе, ни на каких других там поместных собраниях, допустим, церкви, по соборах церкви, никогда не ставился вопрос о том, что можно, мол, молиться кому-то еще помимо Господа. Но впервые этот вопрос прозвучал именно в 431 году. Вы скажете, ну как же так? Почему до того ни на Вселенских, ни на поместных соборах ничего такого близко не было, и вдруг прозвучало, и было принято? Почему так быстро? На самом деле не все так было гладко, не так все было просто. Дело в том, что я расскажу вам такую историю, малоизвестную. На самом деле их, этих соборов в 431 году было два. Почему два? Так получилось. 21 был 22 июня, другой был 26 июня. В одном и том же городе, это был город Эфес. В городе Эфесе, там где церковь была Павлом насаждена, да? Послание к Ефесянам, вспомним мы, да? Первое послание к Ефесянам Павла, да? Потом второе послание к Ефесянам уже самого Иисуса Христа. В книге Откровений есть послание Эфесской церкви. Сам Иисус послание свое дает церкви Эфесской. То есть Ефесянам было Слово Божье обращено через Павла, через самого Иисуса. Было сказано через Иоанна, записано. И Эфесская церковь росла. Но именно Эфес был издревле известен своим безобразнейшим культом Богородицы. Знаменитой Артемиды Эфесской. В общем-то, на самом деле, культ Богородицы, я вам приоткрою, может быть, тайну для некоторых из вас, но культ Богородицы, он ничего общего с христианством не имеет. Я также хочу к нашим зрителям сказать, что надеюсь, что среди них есть много благоразумных как раз христиан, которые сегодня вопрос такой могут для себя поставить, но как же так, почему я не знал или я не знал об этом раньше? Да, к сожалению, очень... Часто нас водят за нос религиозные аферисты. Очень часто люди, знаете ли, просто на веру принимают то, что им передали в их деноминациях. Я был также, к сожалению, заложником своей деноминации, своих представлений вот этих религиозных. И мне и в ум тогда не приходило, в 88-м году, когда я начал свое служение, полное служение уже в церкви, в храме,
читал, пел на клиросе, руководил хором и помогал священнику. И мне тогда в ум не приходило, что то, чем мы занимаемся, это есть нечестие. Мне и в ум не могло прийти, что то, что вот мы молимся Богородице, там и поем, там ей «Пресвятая Богородица, спаси нас», там «Святитель очи Николая» или «Все святи, молите Бога о нас». Мне и в ум не приходило, я это любил петь, что это, я в ум не приходило, что это является, ну, такой ересью. Хотя перед тем я вопросы так и задавал, такие некоторые каверзные батюшки, тогдашнему моему отцу Иоанну, духовному наставнику. Но он мне сказал примерно следующее. Ну, Сережа, он меня назвал Сережа, он сам в Западной Беларуси был. Сережа, говорит, ну, ты что, самый умный? Интересный вариант такой, да? Конечно, да. Особенно в советское время это считалось чуть не формой проклятия, самым умным быть. Обычно куда самые умные попадали, да? В Сибирь? Да, с незапамятных времен. Как только лишь в России кто-то начинал думать своей головой, его сразу куда? Подальше. Или на Соловки, там, в Сибирь, куда-нибудь еще. Вот, и что получалось? Значит, мне батюшка сказал так примерно, тот отец сам. Он хороший священник был, он верующий, знаете ли, священник. Как в том анекдоте, да, значит, когда две бабушки общаются между собой и говорят, к нам батюшку прислали, молодой, красивый, поет хорошо, службу правит, даже верующий, говорит. Вот, и он был, значит, верующий батюшка, значит, и он как мог, как он понимал, он любил Бога, и, но он искренне заблуждался, и его искренность меня подкупила, значит, потому как я приходил в другие храмы, и меня приглашали тоже работать в другие храмы, некоторые в самом городе Орле уже, но я избрал этот храм сельский на окраине города, хотя там было грязь по колено, и надо было там идти по бездорожью, но к этому храму пробираться, знаете ли, на куличке куда-то там переться, но мне нравилось туда ходить, потому что батюшка, он там не пил, не курил, не гулял, значит, то есть, ну, вел моральный образ жизни, и он молился, и не просто там, знаете, там «Вовремя уной за день созрел», а он читал, и он, было видно, да, было ясно, что он в этом и это имеет в виду. То есть он читает молитву, он именно этими словами и молится, как бы. Часто он плакал, значит, на молитве. Значит, он такой очень переживательный был батюшка, он уже больше 50 лет тогда был священником. Нет, были другие старые священники в епархии, я их знал тоже, старых священников, но они были не такие совсем, они без водки, у них разговора никакого не было нормального, и все разговоры были только лишь о женщинах, о деньгах, там, значит, о чем еще. Ну, я не хочу их судить, Бог им судья, но я прилепился не к тем, знаете ли, пить я не любил, значит, разговоры о женщинах для меня были чужими разговорами. Вот, а искал я Бога, и мне хотелось вот с этим священником больше времени проводить, и поэтому я старался все время к нему так вот, знаете ли, приходить. Но он искренне заблуждался, как я сейчас понимаю это. Священник этот, порядочный священник, моральный образ жизни вел, и он старался служить Богу, как он понимал, он службу правил хорошо, но, знаете ли, он также меня заразил вот этой ересью. Он молился Богородице, я тоже вначале ничего не чувствовал, знаете ли, я вначале только лишь к Богу обращался, а это все, как, знаете, как оформление, как вот есть там драгоценный камень, а есть оформление его. Но, знаете ли, со временем меня стало пробирать что-то, какое-то чувство. Я молюсь, допустим, к Богородице, и как-то вот, как-то что-то такое касается, и слезы наворачиваются, как-то молюсь, как-то, и какие-то ответы приходят. Я уже связываю их вот с этой молитвой Богородицы. Если раньше все с Богом у меня было связано в моем, как бы, в моей голове, в моем сердце, как-то, ну, Христос, Бог, все было понятно мне, то такая каша началась в моей жизни в 88 году, когда я стал молиться очень активно. Она, знаете, как прорвала. Вот молиться Богородице, святым. И это было очень серьезной проблемой в моей жизни. И только лишь в 96-м году, тогда сельского священника меня Бог просто помиловал, открыл мне слово свое. И открыв вновь Библию для себя, я увидел, что у меня очень большие проблемы. И слава Богу, что Господь пробудил меня тогда. И вот с того самого 96-го года, вот до сегодняшнего дня, я не молюсь никому другому, помимо Господа. Мне помогла пара правда библейская, истина евангельская, как написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А второе, что помогло мне в жизни, и что, я думаю, поможет очень многим также, истина и правда историческая. Она очень помогает освобождаться от всякого рода религиозных заблуждений, предрассудков, суеверий, колдовства и прочих.
Мне очень сильно помогло, и надеюсь, поможет многим людям также. Так вот, я узнал интересные факты из истории, что первых 4 столетия христиане не имели практику молиться кому-то еще. Что из Африки пришла эта ересь. Я не расист, у меня много друзей черных. И знаете ли, как говорил великий американский реформатор, значит, Мартин Лютер Кинг, чернокожий баптистский пастор, он говорил, хотя у меня черная кожа, но у меня белое сердце, но я знаю многих людей, у которых белая кожа, но у них черное сердце. И знаете ли, я не расист, и я не смотрю на то, что там у человека черная кожа или белая кожа. Я говорю, у меня много друзей черных, чернокожих. Но скажу, что именно из Африки пришла эта ересь в историческое христианство. И я даже догадываюсь, почему это произошло именно в Африке. Дело в том, что к тому времени христианство было уже повсеместной государственной религией. Но в Африке оставались секты и школа гностицизма, гностиков. И это было не просто совпадением, что именно там, в Африке, зарождались эти ереси. Гностицизм наложил свой отпечаток на христианство, африканское христианство тогдашнее. Именно там, господа, именно там, в Африке, северо-востоке Африки, зарождалось монашество. Я сегодня и завтра о нем что-то еще немного расскажу по ходу. Знаете ли, а может быть даже и специально время выберу для этого. Но монашество, зарождение монашества произошло как раз именно в 4 столетии. Монахом номер один называют и отцом-основателем как бы католического, православного монашества, называют Антония Великого, который жил в 4 столетии. То есть до 4 столетия не было монашества, он был монахом номер один, первым монахом. И у него были ученики, последователи, жившие также в пустынях. И все это фактически школа гностицизма. И все это вышедшие из гностицизма чернокожие христиане, которые, к сожалению, попытались пронести в христианство всевозможные гностические ереси. Кто такие гностики? Знаете? Проще расскажу. Гностики буквально как знайки. Знания. Гностики – знания. Гностики – это всякого рода сектанты. Кстати, я вчера вспоминал одного из этих гностиков, некто Карпократ, еще во время гонений, когда наших братьев бросали там ко львам на растерзание, да, и потехи ради, был некто Карпократ, он был гностиком, о нем пишет Ириней Леонский, другие отцы ранее, и Карпократ был гностиком, он считал, что Иисус – это не уникальное воплощение Логоса, Слова, как написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, а Иисус это одно из многих воплощений Христа, Логоса. И после Иисуса он считал самого себя, Карпократа, тоже Христом, таким же воплощением Логоса. То есть, как бы, ну, это была ересь чистой воды, конечно. И еще скажу, что гностики были разные, но их объединяло нечто такое, в учение общее, что они считали все видимое, как бы, да, злом. Материальный мир считали злом. Духовно невидимый – добром. Интересно. Считали, что невидимый мир или невидимые миры был создан Богом или же богами высших там, этих ионов, областей. Да, а видимый вещественный мир, материальный мир, был создан дьяволом или же богами низших ионов. И потому все материальное, физическое, они смотрели на это как на зло само по себе. Особое зло, в их понимании, особым злом являлась женщина, особым злом являлись вообще сексуальные отношения, семейные узы, они расценивали как величайшее зло. Значит, рождение детей на землю они считали величайшим тоже злом, потому что зачем, как бы, значит, на страдания рождать детей, как бы. Значит, и много-много всего остального. Идеалом они видели, кроме строгого вегетарианства, они видели именно самоубийство, но не быстрое, знаете ли, взял и покончил с собой, а медленное. Медленное, они назвали это очень красиво, самоумершление плоти или аскеза. Они назвали это медленным самоубийством. То есть есть, как говорится, два раза в неделю, и то очень скудно, спать на голой земле и фактически нагишом, чтобы простыть хорошо.
одеваться днем в очень такую чесучую, колючую одежду. В нее вшивались крючки, которые впивались в плоть и при малейшем движении вызывали жуткую боль и разрывали тело. Значит, там цепями обматывались, хлестали себя. Там, то есть именно сам занимались медленным самоубийством. И это считалось идеалом. Человек, доведший себя до самоубийства таким медленным путем, считался героем. Это считалось подвигом. И гностики, в общем-то, друг перед другом, они просто-напросто значит, отличались вот таким, значит, таким религиозным садомазохизмом, что ли, каким-то, доходили до исступления. И у них считалось, чем хуже, тем лучше. Мыться они считали это знаком недуховного человека, значит, плоского. Духовность у них, как говорят, как в Украине говорят, ашпре. Знаете ли, духовность какого рода? Они не мылись, принципиально не мылись годами, десятилетиями, не стригли ногтей, считая, то есть, что это является тоже признаком такого плотского. То есть вот как все растет, так и растет. Как пахнет, так и пахнет. И, кстати, там в рассказах о ранних монахах, там было написано однажды, что однажды, значит, монахи, друзья встретили, нашли в пустыне одного монаха и застали его за преступлением. Он лил воду на ноги и решил ноги помыть. И они его осудили как преступника, как именно отступника, что он терпел, там лет 10 не мыл ноги, и вдруг решил помыть ноги. Как бы, и они заступили его и сказали, что, брат, у тебя проблема, ты в отступничестве находишься. Да, значит, и, конечно, один из этих аскетов, он отличился тем, что у него ногти были настолько длинные, они кольцами, на ногах и на руках были кольца у него. Вот когда его сняли со столба, Семен, я о нем попозже расскажу, то старались его очень аккуратно спускать, чтобы его ногти не отвалились, потому что их было очень трудно не отломить, они были просто невероятных размеров. Значит, и он был волосатым, говорят, что его волосы были длиннее, чем его тело, там, в два или даже больше раз. Значит, он был лохматым, волосатым и когтястым, и жил на столбе. Вот такое житие его, да? Житие мое, говорит. Житие твое, говорит, пес смердящий, говорит. Знаете ли, вот это все считалось духовностью, это все считалось добродетелью. И вот если бы спросили бы таких вот, как назвать их, братьями трудно назвать их, но как бы, ну, людей таких, да, homo sapiens, по крайней мере. Значит, спросили бы, вот ты человек разумный, да, значит, скажи, зачем оно тебе надо? Для чего ты это все делаешь? И вы бы удивились, услышав такие ответы, что спасаю свою душу, искупляю свои грехи, спасаюсь, зарабатываю Царство Небесное, верю, что через эти страдания Христос, как бы Бог, там, и как еще они могли объяснять, Он помилует мои грехи, простит меня и в Царство Свое впустит. Да, в таком виде ему в Царство вход заказан, конечно, да, я так скажу. Вот, но не в то царство, не в Божье царство, однозначно. Вот, ему скажет ангел, вначале, брат, помойся хотя бы, значит, там, как бы, приведи себя в порядок. А потом уже поздно ломиться уже, после драки кулаками не машут. Вот, и вообще-то, вот, гностицизм еще чем отличался? Их объединяли, кроме вот этих сумасбродных идей, идеологий, их объединял еще антисемитизм. Как правило, все вот эти вот секты, все эти группы и религии гностические, они жутко ненавидели евреев и все, что связано было с еврейским народом. Некоторые гностики доходили до буквально маразма, утверждая, что все народы якобы созданы Богом или богами высшими, кроме еврейского, который был создан дьяволом. Больше того, некоторые гностики, в частности александрийские, африканские гностики, еще во 2-3 столетии договаривались даже до того, что называли Бога Ветхого Завета дьяволом. Значит, и а Бога Нового Завета именно Богом хорошим. Бог плохой и Бог хороший. Ветхий и Новый Завет. Я не буду дальше говорить о других глубинах сатанинских, оно вам не надо, как бы. Но я скажу, что уже даже это сказано достаточно, чтобы понять, что гностицизм это откровеннейшая ересь. Больше того, чаще всего презирали Слово Божье, самую Библию. Ну как же можно ее почитать Божьим Словом, если там столько много говорится, допустим, о жертвоприношениях, о самом Христе, что он там даже рыбу кушал. Ведь это ж, знаете ли, значит, любого гностика передернуло бы. Как можно есть рыбу, значит, Мессии, Христу, значит, это, ну, и прочее, прочее, прочее. Как он мог быть обрезанным вообще? Это ж вообще не Божье постановление и прочее, прочее. Но, господа, гностицизм это, казалось бы, древний ересь. А зачем нам надо сегодня, в 21 столетии, да, об этом вспоминать?
Но дело в том, что гностицизм, он не просто цирк, который уехал, да? Он после себя что-то оставил. К сожалению, остались вот эти вот лжеучения определенные, которые посеяны были тогда в глубокой древности. И монашество в христианстве, это антихристианское явление внутри христианства, это гностицизм в христианских одежках. Гностицизм, который напялил на себя, получилось очень уродливо, но однако же до сих пор выдается все это за христианство. И именно в на северо-востоке Африки это произошло. Много черных христиан, к сожалению, чернокожих христиан, к сожалению, вот тогда на северо-востоке Африки они это все выдавали за христианство. И монахи, приехавшие в Эфес 22 июня, во главе с Кириллом, этим величайшим пройдохой, религиозным аферистом и лжеучителем из Александрии, североафриканским лидером, от него даже неверующие историки просто в шоке от его биографии, карьерист и человек, шедший по главам, значит, к власти, вот он был лидером этих немытых, грязных, вонючих пустынников, которые привезли сумасбродные откровения, перечеркивающие всю Библию. Они провели собор 22 июня. Легко запомнить, фашистская Германия напала на СССР 22 июня. Для удобства, если забудете. Кирилл, патриарх Кирилл Александрийский, он был лидером северо-восточных христиан. Он был патриархом Александрийским. Человек, который просто-напросто вступал в преступный сговор, человек, который просто-напросто под подкупом, лестью, обманом действовал, и фактов более чем достаточно его именно такой деятельности, ну, не христианской явно. Но, однако же, до сих пор его называют святым в православной и в католической традиции. Ради чего? Ради того, что он протолкнул как бы в христианство вот идею многобожия. Ради того, что именно он с африканскими делегатами идею, что можно молиться христианам кому-то еще помимо Господа, он ее легализовал в христианстве. Он приехал в Эфес раньше всех остальных патриархов. Это был Вселенский собор. Должны быть все патриархи собраны, представители других школ библейских, значит, учителя, епископы. Но он приехал раньше с африканскими делегатами, он взял больше для массовки количества, хотя было оговорено меньшее количество людей, но он взял больше для чего? Потому что он понимал, что в честном разговоре с Библией в руках он даже одной минуты не выдержит. Его ересь будет просто обличена сразу. Его освистают, и как вот господина президента, да, премьера недавно освистали. Вот просто-просто люди просто скажут, все, нельзя так больше делать. И его просто-просто не пустят больше на Вселенский собор. И Кирилл, поэтому он решился на хитрость, на подлость. Он приехал раньше назначенного срока, и 22 июня, не дожидаясь никого абсолютно, он, вопреки даже там, ну, как бы, представителю императора заявлению, он провел заседание Вселенского собора и постановил, что так и так, мол, что надо молиться еще и Богородице, и апостолам, помимо Иисуса Христа. На чем основывались свои вот эти выступления спикеры этой конференции 22 июня? Вот тому-то виделся сон, тому-то виделось видение, тому-то привидение. Ничего общего с Библией, с Писанием даже не звучало вообще. Если на первых двух соборах решения соборов были основаны на Писании, то здесь исключительно на опытах, мистических, спиритических опытах, общения с умершими, в частности с Матерью Иисуса, из общения с ангелами. Так вот, местный митрополит Эфесский Мемнон, он также поддержал африканцев. Его речь сохранилась на этой конференции, он главную мысль высказал следующим образом, что, мол, не зря его идея выступления главная была, какая? Не зря, мол, не просто совпадением является, что именно в Эфесе, значит, собрался этот собор, потому что Эфес издревле был известен культом Богородицы, Богородицы Артемиды, преснодевственной, то есть родившей, оставшейся девственницей, Артемиды Эфесской, и ее храм в Эфесе некогда был одним из семи чудес света. 120 мраморных колонн, и все это было украшено слоновой костью, золотом, серебром,
сотни священнослужителей тогда языческих проводили церемонии, обряды. Это было некогда в Эфесе. И Эфес приходил в упадок, но все помнили, еще старые люди говорили, что вот великий был культ, великая Богородица Артемида, она была прославлена здесь некогда, а теперь забыта. Так вот, на чердаках, там будем так говорить, у обывателей хранились еще бабушкины, дедушки, идолы. И, в общем-то, вот эти атмосферы ожидания возвращения этого культа, она была в Эфесе. Но ее открыто не решались высказывать. Но Мемнон Эфесский решился огласить это ожидание. И он сказал, что, мол, у евреев, Мемнон был тоже антисемитом, кстати, он камешек в огород Израиля тоже бросил. И он говорит, что вот у евреев там были пророки, но мы тоже не лыком шиты. У нас тоже было много всего хорошего, и Сократ, и Аристотель, и прочее. А из нашего окна Африка видна, да? Так вот, и он сказал, что, мол, а у нас, у неевреев, были предугадывания, предчувствия, прорицания, что является не меньшим как бы чудом, чем пророчество. И якобы наши предки, наши бабушки, дедушки, молясь Артемиде Эфесской, они, сами того не понимая, они предугадали настоящую Богородицу, которая есть Мария, Мариан, Мария, Матерь Иисуса Христа. И якобы наши предки далекие строят великий храм, они предугадали настоящую Богородицу, которая есть Мария. К сожалению, эта речь была принята под аплодисменты африканцами, которые были очень рады вот такому повороту событий. И единогласно было постановлено на этом соборе 22 июня. Так и так, значит, молиться должно, можно и должно не только Богу, но и Марии, и ближайшим ученикам Иисуса Христа, по крайней мере, святым. Но лиха беда начала. Уже через 20 лет после этого собора, в 51 году уже было само собой разумеющимся для отцов собора помолиться и какому-то из мучеников или мучениц. Уже шла речь о десятках святых, которым молились. Прошло столетие, и уже в 6 столетии, во времена строительства Софии Киевской, уже молились тысячам святых. Как снежный ком росло это нечестие. Но снежок первый скатали тогда. В 431 году. Вы скажете, а как же отцы другие? Было следующее. 26 июня прибыли все остальные делегаты. Патриарх, ну, были патриархи какие? Константинопольский. Прибыл именно во главе делегации был патриарх Антиохийский, Иоанн Антиохийский, патриарх Иерусалимский и Антиохийская и Иерусалимская школа богословия представлены. Приехали другие отцы. Они были в шоке. Им сказали, господа, мы уже все решили, обсудили, ознакомьтесь и подпишите, и расстанемся с миром. Это было очень великой наглостью. Не ожидали такой подлости от Кирилла, но знали, что он такой, нечистоплотный на руку, но не до такой же степени, чтобы нарушить все правила, все регламенты собора Вселенского и прочее. Но даже беглого ознакомления достаточно было, чтобы понять приехавшим патриархам и епископам, что это откровенная ересь. Кирилл наотрез отказался пересматривать вопрос. Он заявил, что решили, то и решили. Все. Кто не успел, тот опоздал. Мы без вас сами провели весь этот собор. Лишь некоторые из африканских делегатов, они пришли посмотреть на этот собор, который состоялся 26 июня. Потому что приехавшие отцы церкви тут же, 26 же июня, решили провести новое заседание собора. 26 июня совершился третий собор, получается. И на этом соборе были спикеры, патриархи, митрополиты, епископы греческой церкви, прибывшие. И они заявили, что решение африканского собора этого 22 июня является откровеннейшей ересью. Один из спикеров во главе этого собора был, председателем его был патриарх Иоанн. Иоанн Антиохийский, позже репрессированный. Кстати, все остальные участники этого собора были также репрессированы. Большинство из них были убиты или же были сосланы впоследствии в Оазис Нибис, где скончался также патриарх Несторий и другие митрополиты, епископы. Фактически вся школа Антиохийская и большей частью Иерусалимской школы богословия были разорены, просто физически истреблены. Сотни епископов, священников, диаконов, очень разных священнослужителей были репрессированы. Почему? Потому что
их решения были на библейских позициях. Потому что патриарх Кирилл из Африки, африканский патриарх, это лжеучитель, он заручился поддержкой императора, а тому и на руку было смешание с язычеством. Ожидание было уже, заказ политический был на смешание христианства с язычеством. И это произошло. Один из спикеров конференции 26 июня, Анастасий, Протасинкел Анастасий, представитель Константинопольского патриархата, выразился очень радикально, конечно. Он заявил, зачитывая решение Африканского собора 22 июня Эфесского, он заявил, что в решениях собора там 22 июня ссылки как раз на то, что ангелы открывали в пустынях отцам подобную информацию. Он заявил из послания Павла, что если мы, говорит, или даже ангел принесет другое благовестие, то будет анафема. И было отцами собора это единогласно признано, что да, на соборе 22 июня серьезная анафема. На решениях собора 22 июня серьезная анафема, потому что они приняли благовестие ангелов, которые прямо противоречат тому, что говорит Библия, тому, что знали христиане первых четырех столетий. Африканцы не унимались. Пришедшие делегаты африканские посмотреть на этот собор заявили свой протест, сказали, что христианство, оно обновляется, что, несмотря, что первых 400 лет не было такого, но все течет, все изменяется, как бы, что вспоминали слова отцов церкви, Киприана, африканского лидера карфагенского, который говорил, что «Экклезия сэмпер реформанда», церковь всегда реформируется, обновляется. То есть это есть реформация, обновление церкви. Как бы не знали первых 400 лет, но теперь пришло время узнать христианам другую правду. Но я скажу сразу, чтобы рассеять всякие сомнения, что слова карфагенского архиепископа Киприана были выдернуты из контекста. В контексте слова Киприана Карфагенского, да, они буквально звучат так: «Экклезия сэмпер реформанда», «Церковь всегда реформируется». Но в контексте своей проповеди он имел в виду не выдумывание чего-то нового, а как раз он в своей проповеди как раз утверждал, что истина в Иисусе Христе, что ни в ком ином нет спасения. Он утверждал, что есть Божье Слово, Библия для всех христиан. Он не считал, что есть, ну, как бы, реформация как порча церкви. Но африканцы с Кириллом во главе, они поняли реформацию как именно порчу церкви. Кирилл так... хорошо. Скажу, что на соборе 26 июня приняли и 22 июня были приняты диаметрально противоположные решения. А что было потом? Два этих решения легли на стол к императору. Помните, я вчера говорил про цезарепапизм? Что на первом и втором Вселенском соборе не было принято таких доктринальных, таких еретических учений. То есть вероучительно оставались они на библейских позициях. Ну, почти на библейских позициях. Но дело в том, что самая главная ошибка этих двух соборов была в цезарепапизме. Что они дали правление в церкви государю-императору, сильным века сего. И именно на третьем соборе это сыграло роковую роль. Потому что именно император Феодосий II взял на себя полномочия руководителя церкви. Раз в церкви диаметрально противоположное мнение, раз два собора разделилось, я как император принимаю решение. Он оставил за собой право судьи, и он оставил ночь на размышление себе, и на утро он обещал объявить, чье же мнение станет обязательно для всех христиан по всей вселенной. Представьте себе, какой кошмар. Но все было уже заранее ясно. Это были выборы без выборов. Дело в том, что за казенные денежки африканские, тысячи делегатов африканских были переправлены в Константинополь, которые всю ночь организовывали факельные шествия по центру столицы, выкрикивая: «Пресвятая Богородица, спасай нас! Помогай нам, Богородица!» Часами кричали одно и то же. Жители столицы были в шоке, в ужасе. Они не могли спать. Всю ночь факельное шествие. Всю ночь скандировали тысячи делегатов, монахов, которые проживали уже несколько дней к тому времени в столице, в Константинополе. За казенные деньги были доставлены и обратно потом в Африку припровождены. Но не все. Многие из них потом заняли кафедры епископские. Потому что император на утро к радости этой тысячной толпы
Потому что жители столицы, за редким исключением, по сути, проигнорировали вот эту всю манифестацию. То есть это все было организовано властями. Это и факельное шествие, и вот, что монахи там прибыли и это кричали. К радости толпы этой император, утром выйдя, провозгласил, что он подумал, помолился и принял решение. Признать решение 22 июня собора каноничными, обязательными для всех. И впервые в истории после этой бурной ночи провозглашений Пресвятая Богородица спасай нас, официально во всех церквях столицы, ну, по крайней мере, так об этом пишут, впервые в истории христианства молились уже не Богу. Ну, Богу, само собой, как бы молились. Но молились уже не только Богу, но молились Богородице и помолились апостолам святым. Это было катастрофой. Те священники, что отказывались совершать такие службы, молитвы, их тут же арестовывали, отправляли в тюрьмы, начались репрессии, аресты. И не только в столице, не только в округе столичной, нет, по всей империи, ну, на востоке, по крайней мере, на запад это потом пришло, чуть позже. Потому что папа римский выбрал позицию такую выжидательную, чья перевесит, что будет дальше. Было очень еще двое на двое, знаете ли, сказано, потому что была и оппозиция очень мощная в церкви, но оппозиция была задавлена. Тысячи священнослужителей по всей восточной части империи были арестованы. Патриархи, митрополиты, епископы, сотни кафедр пустовали, то есть не было епископов. На их места поставили монахов, большей частью невежественных, не знавших писания, или знавших, то, по крайней мере, пренебрегавших писаниями, которые свой мистический опыт или опыт откровения своих мистических ставили выше откровения Бога. И это было начало великой катастрофы. Господа, кстати, не только были арестованы руководители церквей, пастыри, епископы, значит, патриархи, но им ставились, им обвинения предъявлялись в политической измене. Потому что император принял решение. И не слушаться его решение означало не только религиозное преступление уже, но и политическое преступление. Потому что он не только руководитель церкви, но и руководитель государства. И поэтому его не послушаться не только вопрос веры, не просто вопрос религии, а вопрос политики. А потому как император был озабочен единообразием его империи. Я расскажу одну историю. Патриарха Нестория, я не хочу быть его адвокатом, наверняка как бы были проблемы у этого человека, некоторые вероучительные, хотя немецкие историки сегодня после некоторых открытий археологии с него обвинения снимают вероучительного характера. Патриарх Несторий был припровожден в одну из самых опасных, тогда страшных тюрем. Это в оазисе Нибис в Верхнем Египте, значит, находилась тюрьма, где содержались особо опасные политические и религиозные преступники. Выйти оттуда бежать было невозможно. Посреди пустыни маленький оазис, и только лишь с караваном можно было оттуда отбыть. Но каждый год туда к патриарху и к некоторым епископам, которые были возле него, приходило письмо от императора на протяжении, я не помню, по-моему, 10 или 11 лет еще все это продолжалось, после уже собора, после ареста и после заключения. И предлагалось подписать решение 22 июня. В случае подписания император обещал восстановление в должностях, привилегий, льгот и прочее. В случае отказа люди оставались простыми рабами на каменоломне. Патриарх Нестория был человеком уже престарелым, далеко не молодым, хотя он был очень крепкий физический человек, об этом все пишут, здоровый, это крепкий физический человек, но он был уже надломлен там уже в этих каменоломнях. Но представьте себе, его дворец, который у него отобрали, мало чем уступал по размерам и величию дворцу императора. Сотни всяких слуг и помощников, и, знаете ли, такая не бедная, далеко не бедная старость такая, да, и почет, и уважение, но он променял все это на то, чтобы умереть простым рабом, там, в каменоломне, но так и до конца своих лет, там он так и умер там, в этих каменоломнях, в этом оазисе Нибис, значит, он так и умер, не подписав решение 22 июня, и вместе с ним не подписали другие епископы, что там умерли, там, в оазисе Нибис.
Кстати, там есть древнекоптская церковь. Рассказывают, что это были ученики, значит, Нестория. Но это легенда, может быть, а может, правда. Так вот, и в Эфиопии, по крайней мере, в Древнем Китае были церкви, в Казахстане были церкви несторианские, те, которые отказывались признавать решение 22 июня собора. Но сегодня это уже малоизвестная история. Так вот, и после того самого Третьего Вселенского собора в Эфесе многобожие стало распространяться.